привет. Друзья, а кто из Воронежа? Есть кто-нибудь из Воронежа? Напишите. Завтра будем встречаться с вами, со всеми. Так. Красноярск, привет. Короче, из Воронежа нет, да, здесь никого? Так. Париж, привет. Всем, всем, всем огромный-огромный привет. Что без пива? Пиво не пьем. Пиво не пьем. Так. Все хорошо, друзья. Ростов. О, а в Ростове мы когда будем? 25 числа будем в Ростове. Кто из Ростова 25 числа? Эрмитаж гостиница. А Ростов это будет Эрмитаж гостиница. Если вы знаете, подтягивайтесь туда, ребят. Так. Так что вот так. Но это 25 числа, а завтра мы будем в Воронеже. А 27 числа мы будем в Краснодаре. Краснодар, Ростов, да. Эрмитаж, гостиница, будем там. Так. Так что, ребятки, подтягивайтесь. Нет, в Брянск не едем. Едем в Воронеж, Ростов, Краснодар, Анапа, Туапсе, Новороссийск. И Сочи 2 дня. Так. Привет. Почему на автобусе? Ну, потому что у нас целая съемочная команда с нами едет. Операторы, редактора, кастинг-менеджеры едут. Из-за этого и автобус. Автобус очень красивый. Так. Вот. Даже журнал «Дом-2» с нами вон едет. Все едут. Вся целая команда съемочная, друзья. Так что съемки будут серьезные, потому что это будет в эфире все. Вы увидите, это новое шоу, кастинг «Дом-2», где ведущие будут Гриценко и Ебаров. Мы будем вести это шоу. Нас выбрали, потому что нас посчитали, что мы лучшие, и назначили нас ведущими этого шоу. Так что теперь мы ведем с Гриценко это шоу по городам. Так. Нет, это не проезд стоит, это наш автобус. На своем автобусе едем. Автобус «Дом-2». Весь расписанный. Так. Гриценко отдыхает сзади. Сзади отдыхает. Да, я очень похудел, мне все об этом говорят, ребят. Так. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Смотрите, в эфире это будет интересное шоу, кастинг «Дом-2». Вот. Вам понравится. Это будет очень весело, когда мы его будем проводить. Так что так. Привет, привет. Привет, привет. Хорошо, передам.